Здравствуйте, уважаемые телезрители, добро пожаловать на общественное телевидение. Место, где мы показываем только правду, такой, какой ее видим мы. Всем хай, с вами Юджин и добро пожаловать на телек. Короче, игра называется Not for Broadcast, значит, не для эфира. Запустим же пропагандистскую машину прямо здесь и сейчас на ваших глазах и решим, что добрым людям не стоит смотреть, а что стоит. Начинаем. Название игры. The Truth. Нажимайте пробел, чтобы заглушать ругательство. Игра над кнопкой цензуры. День первый, выборы. Окей, давайте попробуем. Так, как? Я жму пробел. Ничего не происходит. Повернуться направо. Ох, это прям как Five Nights at Freddy's. Добрый день, Дэвид, у меня позвонил. Эй, дружище, это Дэйв. Знаю, тебе здесь просто надо прибраться. Но я немного задерживаюсь. В общем, сегодня за новость отвечаешь ты. Значит так. Не переживай, это не так уж сложно, я помогу совсем разобраться. Давай-ка я проведу для тебя небольшую тур по комнате вещания. Смотри прямо. Окей. Так, перед тобой находятся экраны. Так, посмотри наверх, эта полоса показывает количество зрителей. Нужно, чтобы зрители подключались, а не наоборот. Окей. Под ней находятся экраны. То, что справа, вот этот экран трансляции, он показывает, что видит зрителя. Он на пару секунд опаздывает от главного экрана. Вот он, посередине. Хорошо. Это то, что ты контролируешь. Смотри, слева находятся 4 больших экрана. Они показывают план операторов и студии. Ты можешь выбрать, какие из них показывать с помощью кнопок микширования. Ага, окей, слева снизу. Не парься, я все объясню. Ты быстро все схватишь. Теперь посмотри налево. Эти переключатели отвечают за все в студии. Я оставил их включенными. Все должно работать, нужно только главный переключатель вернуть. Окей. И все заработает. Когда включишь питание, вернись к экранам. Окей, давай. Вентилятор, хорошо. Стоп. Ну да, все работает. Как видишь, на экране трансляции идут титры передачи, которые... Окей, закончилось. К счастью, они тянутся целую вечность, так что у меня куча времени на объяснение. Ну ладно. Так, они закончились, значит, скоро начнется эфир. Посмотри, как быстренько под стол. Окей. Смотри, там лежат кассеты с рекламными роликами. Возьми. 3 и вставь их в проигрыватель слева. Хорошо. Когда закончишь, вернись к экранам. Хорошо, занимайся с Хемсвиллом. С Вилсом. Пожалуйста, ежедневный салат. А, еженедельный салат. Ой. Безумный Нил, Бамли ждет. Бамли ждет, стрёмно звучит. Хорошо. Помощь! Я бы не побежала, помощь! Стоп, да, я уже переместил все. Кстати, допрос со своим гостям в выпуске очередной интервью с... Дэйв, не тормози, дружище, загружай рекламу! А как? Посмотреть наверх. Нажимаем. Есть. Окей, все. Я нажал, все, ладно, все нормально. Теперь нужно включить заставку на втором. Наверху будет отчет. Все ништяк, окей, хорошо. В эфире! Че? Почему зрители? Эй! Блин, вернемся обратно. Возвращаемся, зрители, это очень интересная и веселая передача. Есть, хорошо. А, вот, 8, 7, 6, 5, 4. Так, вторая кнопка через 3, 2, 1. Lovely might. Теперь переключайся на Джереми. Первая кнопка, когда сфера посередине уменьшится и исчезнет. Хорошо, сфера посередине. Эфир прекрасен. Давай, сфера, ну. Национальная, вечерняя, ночная, новостная хрень с Джереми Дональдсоном. Готовься переключать на первый экран. Ой, как я нервничаю. Lovely mate, вы, видимо, на британском телевидении. Хорошо, читайте титры сами. Слушай, дружище, у нас тут периодически бывают помехи по вечерам. Так что поглядываю на экран справа внизу. Белую точку можно двигать, чтобы она не касалась помех. Ага, окей, хорошо.
Это типа Флэппи Бёрд? Это странный Флэппи Бёрд, только на телевидении. Блин. Хорошо получается. Осталось включить рекламу. Постарайся не включить слишком рано, а то нас уволят. Так. Когда таймер... Ага, понял. Таймер пойдет до нуля, тогда надо будет включать рекламу. Зрители любят рекламу? Можешь любую рекламу... Ой, кстати. Смотрите, помехи! Ой, простите. Все, все восстановилось. Не ссыте, не уходите. 3, 2, 1. Па! Смотрите, что происходит? Реклама идет 1.5 минуты. Так, я думал, что это секрет. Да не переживай. Так. Они прям сняли, они сняли всю эту фигню специально для игры. Прикольно. Супер, вот и первый рекламный перерыв. У тебя хорошо получается. Но сейчас будет чуть сложнее. Сейчас будет блок, в котором гостей будут снимать несколько камер, так что нужно будет выбирать подходящие. О, чтобы было хорошо. Можешь делать это так, как считаешь нужным, но есть пара правил. Первое, старайся показывать того, кто говорит. Второе, не оставляй одну и ту же камеру дольше, чем на 10 секунд. Например, если ты показываешь говорящего, переключись на чью-нибудь реакцию крупным планом. Монтаж линейный. Так будет интереснее. И третье, старайся не задерживаться на крупных планах. Ага. Пара секунд достаточно. Зрители же хотят видеть того, кто говорит. Понимаешь? Придерживайся этих правил, и все получится. Это не слишком сложно. Ты же не досмотришь передачи по телеку, да? Да. Можешь выбрать первый экран, но не обязательно ждать начала эфира. Лучше выбрать заранее. Так. Хорошо. Первый экран, да. Первый экран. Мы будем цензурить их. Давайте цензурить будем его. Welcome back to the National Nightly News. Later we'll be hearing from the shock election winners in advance. But first off, переключись на Меган. Is here with the star of both stage and the screen. Меган, здорово, это ты. А теперь чувак. Ой. Простите? Ну просто чьи показали гостя одного. О, простите. Здорово, здорово, да, вот это мы здесь все, ага. Показываю, как он трогает ей руку. Посмотрите, как не общается. Да, уже сделал давно, я тебя опережаю, чувак. Давай. Да, он тоже смеется. О, эфир! Эфир у нас растет! Что это было? Ну, это было прекрасно. Где ее реакция? Так, смотрим. Да, 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 такая хоп-хоп-хоп, покивала, говорит что-то. Мы вернемся опять на него. Эфир, отлично, у нас бомба! А, не очень удачная реакция, кажется. Но она начала говорить. Эфир, эфир идет. Хорошо, хорошо, получается, да. Я прям весь в эфире. Я прям отвечаю за эфир, ребята. Брок, он о брокколи говорит, кажется. Я не читаю субтитры, я смотрю за реакцией. Только посмотрите, она посмотрела в камеру, я не успел поймать. Давай расти, черт подери, рейтинг, я денег хочу. Хорошо, цензурим ее. Да, им понравилось. Так, уходим с этого, с крупного, на общак, на общак. Если вы играете не для наград, то ты гонишь, играешь для наград. И для, ради денег. Так, хороший вопрос. Вы можете, кстати, звук вырубать нафиг. И озвучивать чуваков сами. И вы, кто так делал в детстве? Или сейчас, до сих пор? Я. Задерживаешься долго. Хорошо, вот его рука. Мы видим, что он женат, так что тебе не светит. Милочка, он женат. Ага, хорошо, он делает это для людей.
But most of all, I think I do it for the positive change that I can bring about in the world. Айн заливает! Да, заткнись! Цензура, цензура, цензура! На рекламу будем уходить? Нет, не будем пока уходить. Ой, ой! Чё-то не то включил. Ай, понравилось все равно! Difficult, isn't it? Very difficult. But, I think I've always been quite clear that when it comes to politics, one should always... Я пока не знаю, буду ли это все нарезать или нет, будет ли это каким-то... Ой, что тут? Ха-ха, лучшая реакция в мире. Цензурь этого гада! Цензурим его! Возможно, я просто буду резать это видео, чтобы не показывать абсолютно все. Окей, на экране будет отчет, но по Меган будет понятно, когда начинать. Ой, простите. Нужно 4, 3, 2, 1. Что это за медлаборатория? Короче, я, возможно, буду... Угроза помех... О, черт меня дери. Короче, не могу никак сказать. Так, не переключай на него. Послушай, можно потом после эфира мы все записываем. Ага, так. Окей. Короче, я очень стараюсь и правда сделать эту историю. О, да. Любовные сцены. В общем... Я не уверен, что я буду все показывать на видео, поэтому старайтесь читать. И не думаю, что здесь прям настолько важно это все. Именно сюжет того, что и там трендят. Вот, поэтому, возможно, что-то там не будет показано. Ведь я тоже занимаюсь промывкой мозгов. Черт, вот это вот самое отвратительное, вот этим заниматься, чтобы помехи держались. Хорошо, у нас рейтинги, ребят, растут. Лучшее телевидение в мире. Через 30 секунд будет реклама. Ой, в конце отрывка нужно будет включить еще одну рекламу. Да, отчет, хорошо, я понял. Нужно спросить себя. Должны ли мы... Интересно, они это все сняли для игры? Или это откуда-то взято? Я не знаю, если вы шарите. Так. 3, 2, 1. Реклама! Смотри, экран справа, который передает трансляцию, секунды на 2 опаздывает. Ага, да. Когда кто-то скажет нехорошее слово, нажимается кнопка цензуры. Вот так. Через 2 секунды ты услышишь это слово в эфире, и нужно будет зажать. Кнопка цензуры или пробел, пока это слово кто-то... Понятно. Это надо в прямом эфире прям пип-пип фигачить. Неужели человек реально пикает вот это вот вручную? Хорошо, я понял, все, цензурим. Можно немного повысить громкость экрана трансляции. Главное, чтобы он не главный экран, короче. Окей, я понял. Вот так мы делаем. Ага, включаем и слышим то, что в эфире сейчас происходит. К цензуре все готово. Как я говорил, нужно немного практики. Но с моей помощью у тебя проблем не будет. Помни. Когда кнопка загорится, считай 1-2 и нажимай. Хорошо. Заказывайте брокколи. Хорошо. Хорошая реклама. О, хорошо. От кнопочки можно на клавиши нажимать. 3, 2, 1. Ва, давай это стрижка под горшок. Так, ты что, будешь материться? Он бухой!
They use every dirty, low-down, lying, southern bastard trick they had against us. Bастардс, хорошо, здесь запикали. You saw right through there, Jack. I'm sorry about the language there. Sorry about that. I've had a couple of celebratory parts. Makes me coarser than a granny's fanny. Memorably put. Опа, я запикал и смог. Мне прям слов не то. Слишком много слов мне в уши. Давайте покажем немного вот этого, да. Ну, водичка, здрасте. Когда страдает, что вам нужно? Вам нужно всякое, да, да, он, да. Ага, да, я даже все закончится, я в туалет хочу, не могу. Так, хорошо. Меняем. Так, общак, общак. А теперь 25-й кадр для промывки мозгов. Оп! Никто не заметил. Ой, блин, сразу куча людей своих детей отвернули от экрана. Кто вообще смотрит это? Взрослым можно это слышать. Простите, вот так, хорошо. О, хороший монтаж. Да-да-да. Так. Да-да, кивает, кивает. Скучает? 25-й кадр. Так, четвертый. Молодец. Феминистка что-то дельное говорит, скорее всего. Так, этот чувак вообще ему по барабану. Да, все окей. Я ненавижу их всех. Так, значит, ты, вы говнюки. Прекрасная игра, мне очень нравится. Если, ребят, вы что-то читаете из этого, потому что я уже я не понимаю, что мне делать. Одновременно говорить сложно и читать сложно. И слушать, и контролировать. Вернись к тому, кто говорит. Видите, отвлекайте. Это Фира, блин, из-за вас. Не отвлекайте меня. Цензурим. Вот. Вот, хорошо. Надо прям удерживать. Fucking rich. Да, да, передержал слегонца. Так, третье. Еще минуту будет трындеть они. Вот, today, да, хорошо. Она сегодня закончится. Что там не сегодня закончится? Я не знаю, пьянка, видимо. Хороший монтаж, Евгений, спасибо, спасибо. О, блин! Еще и помехи! Да вы что, издеваетесь? Так, возвращаемся к новостному. Хорошо. Получается, рейтинги растут. Господи, неужели ничего по телеку, по интересе нету? Чего вот это дерьмо смотреть? Почему у нас рейтинги растут? Не, я рад, что не растут, но... По-человечески я не могу этого понять. Есть. Блин, рекламу! And we're out. Good job, everybody. Send again tomorrow. Good job, everyone. Good job. О! Как мне включить рекламу? Третий. Эй! Пип! Да что? Я и понял. Реклама, ну. У меня третья должна была быть кассета еще. Количество зрителей упало ниже 5%. Окей, хорошо. Вас меня уволили. А, давайте попробуем еще раз. Надо спасти день первый, блок 3. Итак, у нас 15 секунд, чтобы поставить рекламу. Как? Черт, как мне поставить рекламу? Не знаю. Как? А, все идет. О, боже мой, хорошо. Про Джонни идет реклама. Дальше что дальше что делать? Эфир завершен. Yes! Оценка блока B.
настоящий... Я вообще думал, что я буду что-то типа телеведущего, поэтому я напялил на себя костюм. Думал, вольюсь в роль, но оказалось, что меня посадили. В общем, мне обещали одно, оказалось совсем другое. А ты думаешь, что все смеются, что я в костюме приперся? За пульт режиссерский. Окей, друзья, огромное спасибо всем, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилась эта игра. Есть еще два уровня в ней. И, видимо, там будет куча поломок и прочего прикольного происходить. Всего, всякого. Я надеюсь, что вам тоже интересно. Потому что мне кажется, это очень интересная идея. Очень достойная игра будет. Это будет новый Five Nights at Freddy's. Своего рода. И то игра еще в раннем доступе, поэтому там будет даже не три уровня, а еще фиг знает сколько, потом, когда игра выйдет. Главное, чтобы вам видос зашел. Если зайдет, то мы обязательно с вами поиграем в нее еще. Вот, нам тут показывают какие-то рейтинги, посмотрите. Ага, прекрасно, отлично. Получилось, да. Огромное всем спасибо, ребят, что смотрели еще раз. С вами был Юджин. Люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. И огромное всем спасибо, что вы до сих пор со мной. Радуйте мою душу. И я надеюсь, что я радую вас. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы на 5% от того, насколько вы радуете меня. Огромное всем спасибо. Муа. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться в все мои соцсети. Колокольчик тоже нажать, чтобы не пропустить новые видео. И давайте прощаться. С вами был Юджин. И всем 5!